Типа, почему бы и не попробовать, правильно? Я вообще собирал соль через малый скипетр при вас. По-моему, ни разу. Блин, нравится. Один из, наверное, самых крутых скинов на соль. По мане просядешь, сейчас посмотрим. Я АДК, блядь, или кто по мане просят? Буду стрелять автоатакой. Если просяду. Но это если просяду. Блин, камера вот здесь. Да, я видел новый скин за подписку в Fortnite. Мне не понравился, потому что это просто копия этой из Battle Pass'а. Того скина. Забыл, как называется. А у вас собирал, да? Надо попробовать, надо попробовать. Ужасный скин, не понравилось. Вот поспешил, блядь, Янус, людей насмешил. А, Тор, суппорт. No more interruptions. No more interruptions. А, еще и мисс. Я понял. Ну, я не понял, конечно, но теперь понял, кажется. Да блин, он вообще. Они вообще непредсказуемы, они не мансят, ничего не делают. Вообще не понимаю, как против них играть можно. Я пытаюсь смотреть на вот этого вот. И не попадаю по крипам. Чем не собег? Ну, типа, потому что я на соль играю, наверное, поэтому. Хорошо, хорошо. Бег на миду, не соло линия это короткая, она может быть справа, может быть слева. Что мы неплохо с ним дамажим, посмотрим, как лейт будет. Но я считаю то, что в этой катке, в этой ситуации Тору нужно не собираться в суппорта, как ни странно. Да, как ни странно, но не нужно. Не, Сибек новый классный, кстати. Что? А, мисснул. Зато я не мисснул. Блин, мне так комфортно на соль стало играть, вы бы знали. Это плохо. Крипы, но япона мать! Крипс написал. Ничего не понял, что ты написал, блядь. Здорово, Димас. Maybe you should keep an eye on that guy. Нормально, я по мане не проседаю, кстати. Особо. А кто у них ливнул? Чак. Retreat!
Ну, крипы, я привык из доты, все такие вот эти отголоски доты, понял, во мне еще существуют. Когда я говорю крипы, а не минимум. Я случайно не качнул единичку, теперь не знаю, что делать. Я не знаю, как Шогат на твой вопрос ответить. Это очень странный вопрос. Жалко, что он вернулся к чат, да? Прям. У них жесткий пик. Я вот отдал им в пик эту Тиамат. Не знаю, блин. Она мне нравилась тогда. Тогда. Но я не считаю ее овер сильной, если честно. А, чё? Да и мне не все сообщения показывают. Кто их дальше? Ultimate is ready. Нет, соло может быть как слева, так и справа. Чего случилось, чамп? Тут тебе уже весь чат вспомнил 10 раз. Что такое? Okay. Хороший стан, братан. Хороший. Sorry. Как тебе Тиамат? Да она что тогда, что сейчас? Она сильная, но ее не назвать прям мега-супер там пупер. Мега-супер-трупер сильной, понимаешь? Балансная достаточно, я считаю, но мне очень нравится. Подозрение на микроинфаркт у тебя? Охренеть, что случилось-то, ёпта? Это, блядь, потому что на стрим не пришел. Не расслабился, не получил удовольствия. Жесть. Я надеюсь, это только подозрение. Вот это, кстати, проблема, блядь, иметь взрослую аудиторию. Все болеть, блядь, будут. Будешь переживать. Какой микроинфаркт, блядь, ты шо? Охренеть. Спасибо, Перегар большой. Перегар сегодня тоже диджеит. Сейчас включу, дядь. Спасибо большое. Ну легко было. Охренеть. Что-то жесть какая-то, чё? Ну его нахер. Но тоже, да, по 30 лет, пипец, да? Вот как так? Давай, дядь, давай, не болей, блядь, там. Скажи то, что я без модера, блядь, не смогу. Это странный Купидон.
Группа! Скажи, что там стрим, ну, как бы, скажи, ты единственный модер на стриме, как бы. И ты априори не можешь болеть, блядь. Ну, уже скоро слепишь, да, кстати. Так, слушай, ну мне нравится через это стрелять. Через малый скипетр. Прям... Не сказать, что прям по мане проседаешь-то, как вы говорили. Прям неплохо так. А ну-ка. Ultimate is ready. Ой, ой. Attack the gold. Чисто на стилах. Ну, может быть. Здорово, Никита. Я не знаю, платина там какая-то. Да низкий день, рейтинг. Я очень... Я лустрик поймал. Очень много слил. Я не парюсь. Я играю ради вас, ради кайфа. Ради контента и все такое. Весь рейтинг, если бы меня волновал, я бы играл бы на одних и тех же богах. Я не думаю, что вам было бы интересно. Да, да, сейчас рекомендованы предметы нормальные. Они не вариативные в плане... ну, ты не можешь всегда ими пользоваться, собирая их против энами, потому что они под это не подстраиваются. Но при этом они годные, да, вполне. Ульт дашь? У Януса нет ульта. А, так он его сдал, потому что. Еще и попал. Рэмпейдж. Что было? Перегар, спасибо за донаты, дядь. Спасибо большое. За треки. Треки — это кайф. Всегда приятно смотреть стрим под свой трек, я считаю. Уже ему прописываю, больно. Не-не, мне нравится, слушайте. Соль через кипетр — это кайф. Я вам так скажу. Прям жестенько она настреливает. О, Малума, а ты шаришь, да, типа, во всяких штуках? Может, ты мне подскажешь, почему у меня голова болит, блин, и не перестает болеть? И она не болит, а как будто просто давит в бошку меня. А мне невролог поставил, типа, мигрень, блин, ну и что-то... Мигрень же тоже должна пройти когда-нибудь, правильно?
Цепанул, интересно. Да, цепанул. Так. Ну куда, блядь? Чисто килл у меня забрал. Нормально, нормально. Да я понимаю, что enemy is in left lane, а что я могу сделать? Да может быть. Охрененный, да, Купидон? Он просто не дерется, просто ходит и пушит. Охеренно. Ну, мучают, да, конечно. Я уже, блядь, начал переживать, может, у меня опухоль мозга какого-нибудь. Может быть такое. Если на свет дневно реагируешь, не реагирую. Токсик? Да вроде нет. Ну, вообще, да, ладно. Головокружение нету. Ultimate is ready. Hands up. Let's get charged. Токсика всегда голова болит. Ясно. Ясно, Вермак. На фарме разбирали. Здорово, Викинг. Здравствуй, мой единственный чатер в Good Game. Мы бы просто давление. Она уже 3 недели фрукты не проходит. Уже 3 недели голова болит. Такое может быть вообще? Ты умер, братан. Enemies at the fire giant. Может быть удар, может быть. Ладно, раз они там, я буду пушить. А чё, мне ничего не остается больше. Хочешь скорпиона их забрать? Я успею, как вы думаете? Слушай, какая же соль машина все-таки, а? По нарезанию всего и вся. Я умер. Зря. Не менял давно. Может, потому что я под софитами сижу все время. Давайте Тельхионов возьмем. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, он мне аж попал, я не увидел. Тиммейт стартинг фидинг. Он ничего не сделает. Ну вот, вы правда считаете, вот, вот судя по этой катке, вы считаете Тиамат реально опасным персонажем? У них очень слабый Купидон, это да. Но в целом остальные-то играют нормально. И типа, ну посмотрите на их Тиамат. Ну блин, я ее вообще не боюсь, я вообще от нее урон не ощущаю. 2-5 он играет, как бы. Пока, я не вижу профита от этой Тиамат.
Настолько, что типа... Ну, может быть, да, может быть, чел не очень на тему тоже до такого момента. Ну, может быть, удар, может. Надеюсь, ты прав, и у меня ничего серьезного, потому что я только переживаю за то, что это что-то серьезное. Бью или нет? Не, не били по голове, конечно. That was my fault. Почему в очках? Да просто захотелось. Почему нет? Меняю что-то, чтобы вам не надоедало. Из-за позвонков? Может быть. Я хотел по Костоправу пойти, он мне сказал кучу анализов сдать предварительно. Нормально, 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 ловите его. Нормально, 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 нормально. Follow me. Служил? Не, по здоровью нельзя. Господи, Арест, я даже состилить нечем будет, братан. Что? Я не понял, чем она состилила, но чем-то она явно состилила. Лол, что? Да, да, да. Просто для стрима. Нет, конечно. Ортопедический матрас. Ты видел, сколько он стоит? Как же ей приятно стрелять вот так вот. Как вообще кого-то убивает Купидон? Блять, у нас еще Локи есть. Ставь полоску на матрас. Не, не хочу полоски ставить. Надо подумать. Надо подумать. Так, что мы берем? Поджигает, преподаватель монстры. Нет, поджигает. Я хочу поджигать. Согласен, Сань. Вот полностью тебя поддерживаю, блять, полностью в этом тебя поддерживаю. Я не такой. Я не такой, но то, что ты делаешь, это очень правильно. Если раз в год стараешься врачей проходить, это очень круто. Да, да, согласен, удар. Ортопедический матрас — это крутая покупка, настолько же крутая, как и этот, как и стул, на котором ты сидишь.
Как и стул, на котором ты сидишь. Типа я раньше стримил на табуретке, чтобы ты понимал. На табуретке, дядь. На табуретке. Блять, как вообще я мог до этого дойти? ГГ вообще актуальный? Не, я так рестримлю, чтобы подтянуть хоть кого-нибудь, вдруг кто-то там есть. Слушай, лучше съездить Малума, чем поспать, честно. На матрасник. И что это такое? Дорого стоит, Сань? На Good Game очень мало людей смотрит. Очень мало людей. Не меня именно, а вообще я имею в виду вообще в целом. Как площадка. Бикей, копейки. Интересно. Так, ну все, я фулл собранный получается. У меня скорости просто тьма тьмущая. Блять, у меня кровать огромная, я не знаю даже, как это будет выглядеть. Но что тут все друг друга знают на Good Game? Да, согласен. Но у меня было, я раньше, когда рестрим делал на Good Game, у меня была публика на Good Game. Там 4 человека, по-моему, сидели, но они всегда сидели на Good Game, всегда, и друг друга знали. Как бы, есть такое, да, согласен. Сколько урона, просто жесть. Давай. Ну просто стан. А, все, понял. Я тебя уничтожу, братан. Это ошибка драться со мной была. Варды для статистики. Ну, как бы, 11-2, соль, как бы, пфф. Ну, слушайте, я эту катку хочу на YouTube выложить только из-за билда. Билд очень крутой, очень много отхила, очень большая скорость. Как бы сейчас урон посмотрим, но я думаю, там... Ну и смотрите, 27 тысяч. Нет? Да. 27 тысяч урона, посмотри. 10, 14, 14. Ну вот Янус только 24 выдал. Но я всех передамажил с таким билдом. Слушайте, ну интересный билд, я бы взял его на заметку, типа. Малая булава, ну и вообще булава поджигающая мне прям зашла, да. Давайте отправим эту катку на ютубчик. Ребзички посмотрят, поставят лайкусики. Вот. Как бы, может быть, кто-то да возьмет этот билд за, ну как бы за основу. Нормально.